Ходите, да? Смотрим. Человек ходит. Прекрасно. Как руки поднимаете? А раньше, до сеансов, как поднимали максимум? Никак. Ну, покажите, как до сеанса было. До. Вот так, да? А теперь? Да. Вот. То есть, вот даже, вот как? Вот даже вот, вот так не мог поднять? Нет. Дело в том, что когда я одеваю штаны, все время руки оказывались в штанах или в трусах, потому что... Руки в трусах, в штанах. Потому что он выше не мог. Выше не мог. Просто выше не мог. Что еще вот изменилось? Дело в том, что речь, то, что говорит, понятно, просто нету видео, как он до этого говорил. Сравнить все равно не с чем. Что-то еще можно вот показать? Что еще изменилось? Ну, а, назад. А назад вообще не было, да? Ну, понятно, если вверх не поднимался, назад тоже никак. Ну, все, да? Да. Ну и ходите. Ну, пальчиками как-то не шевелили, стали шевелить, да? Шевелили. Да раньше вообще не шевелилось? Ну, покажите, блин, как раньше у него было. Вот все. Вот все, и так только, да? Без каких-либо движений. Ну, ложку взять, ничего. А сейчас может брать ложку, ну, в смысле, между двух рук. Между двух рук. Не могу. Ну, куда, понял. Вызекает. Вся подушка. Внизу. Ну, реабилитацию надо делать, будет лучше. Да. Ну все, я записал.